Статуэтка, плед, термокружка и другие полезные предметы и вещи. Победители соревнований фестиваля «Снежный путь» получат эксклюзивные призы. На каждом сувенире будет символика мероприятия. Уникальные призы получат и участники квеста, которые организуют на всех площадках фестиваля. На каждом из них надо будет выполнить интерактивные задания. Призы вручат первым 10 победителям. Флажки с официальной эмблемой праздника и сладкие подарки подготовлены и для детей. Добавим, в краевой столице уже вовсю идет подготовка территории и площадок для снежного пути. Площади разграничили леерными ограждениями, установили вешки, ориентиры для подрядчиков, которые будут готовить основания. Как рассказали в оргкомитете, одним площадкам нужны снежные подушки, другим требуется полное вычищение от снега для проведения соревнований. Мы уже на финишной линии снежного пути Берингии, большого праздника, который состоится в Петропавловске-Камчатском 26 февраля. Уже практически решены все организационные вопросы, и мы знаем, кто и как будет выступать и располагаться на нашей площадке. 8 федераций подтвердили свое участие. Всего на снежном пути планируют разместить около 10 спортивных и творческих локаций. Так, к примеру, все желающие смогут пообщаться с четвероногими друзьями на тематической площадке «Мокрый нос». Там также будут работать большие сани на 8-10 мест в виде хаски, на которых можно будет кататься. Гости праздника смогут попробовать себя в различных видах спорта. Тест-драйв можно будет пройти под руководством опытных инструкторов. В этот раз будут, как и уже полюбившиеся всем привычные, джип-спринт, гонки на снегоходах, на мотокросс, много других активностей. Безусловно, много будет площадок, посвященных отдыху с детьми и всей семьей. Это и борьба, и катание на упряжках собачьих, и многое другое. Ну, очередным новшеством в этом году будет проведение гольфа на снегу. Тоже достаточно интересное и увлекательное мероприятие. Мэр Петропавловска Константин Брызгин приглашает камчатцев и гостей полуострова посетить фестиваль «Снежный путь». Всем обещают заряд положительных эмоций, отличное настроение и веселое времяпрепровождение. Приходите с семьями. Я уверен, каждому найдется по вкусу занятие на нашей площадке. Мы надеемся, что транспортная логистика будет попроще, чем в прошлые разы, потому что площадка новая, она находится рядом с лыжной базой «Лесная». Будет просторная парковка. Как вы знаете, рядом у нас отремонтированная двухполосная трасса, поэтому надеемся, что не будет заторов, а наоборот, люди смогут комфортно доехать до места проведения праздника. Напомним, 23 февраля в преддверии праздника «Снежный путь» пройдут чемпионаты первенства Петропавловска по ездовому спорту. 26 февраля, в день открытия фестиваля «Снежный путь», проведут детскую гонку на собачьих упряжках, а скиджоринг с собаками. Будут также работать другие спортивные и творческие площадки. На 26 февраля также намечена детская гонка «Дюлин». Она будет совмещена с первенством Дальневосточного федерального округа по ездовому спорту.